Прямая, как натянутая струна, Кирочная улица внезапно обрывается у Литейного проспекта, и взгляду открывается изящный, словно сделанный из фарфора двухэтажный особняк, принадлежавший некогда графам Мусиным Пушкиным. Здравствуйте, друзья! Я думаю, вы догадались, о каком доме идет речь. Мы с вами находимся в старинном дворянском особняке в историческом центре Санкт-Петербурга. Двухэтажным, парадным, аккуратным фасадом он выходит на Литейный проспект, и его сложно не заметить в исторической застройке магистрали. Вокруг 4-5-6-этажные дома, которые были построены здесь в конце 19-го, начале 20-го столетия. А малая этажность особняка на Литейном 17-19 говорит о том, что он был построен здесь раньше, видел значительно больше событий, около полутора веков практически не перестраивался и до сих пор хранит идеи своих первых архитекторов. Как начиналась его история? Как история любого дома, заселение территории, на которой он находится? Начало 19 века эта часть Литейного проспекта связана с военными. Близость Литейного двора предопределила раздачу земель вдоль главной магистрали района служащим управления артиллерии и фортификации. Так, владельцам длинного узкого участка земли, практически на пересечении Литейного проспекта и Кирочной улицы, стал полковник Христиан Иванович Трусон. Его небольшое хозяйство составляли два деревянных двухэтажных здания хозяйственного назначения, сад, огород, ну и, конечно, жилой двухэтажный каменный дом с двумя асимметричными флигелями, построенный вдоль красной линии Литейного проспекта. Это был один из 398 каменных домов Литейной части, которая в то время занимала территорию практически в 300 гектаров. В течение 40 лет дом неоднократно менял владельцев. Среди них были представители военных и дворянских фамилий Миллер-Закамельский, Любомирский. И в 1846 году дом приобрел князь Петр Александрович Урусов. Участник русско-турецкой Кавказской войны, однополчанин Лермонтова, бывший адъютант графа Бенкендорфа, будущий камергер его императорского величества. Конечно, старый дом Трусона не подходил под статус нового владельца. И Урусов принимает решение перестроить дом так, чтобы его наружное и внутреннее убранство соответствовало титулу и отвечало новым требованиям архитектурной моды столицы. На дворе Николаевская эпоха, в тренде эклектичные эксперименты. Среди множества архитекторов, предлагающих свои услуги петербуржцам, Урусов выбрал модного в то время архитектора тосканского происхождения Леона Франческо де Вендрамини. Обрусевшее имя его звучало как Лев Францевич Вендрамини. На сегодняшний день его творчество незаслуженно забыто, поэтому хочется отдельно остановиться на некоторых подробностях его биографии и работы. Он родился в Петербурге в 1813 году, 25 октября по старому стилю. Но вообще дата рождения, которая указана во всех справочниках и даже на надгробии, на поверку оказалась неверной и добавляла к его возрасту без малого 2 года практически в течение всей его жизни. Его отец был известным в Петербурге гравером, академиком, а позже профессором Императорской академии художеств. И когда у сына обнаружились способности к искусству, Леона отправили в Италию, где он 10 лет познавал тонкости античной архитектуры. Член нескольких итальянских академий, кавалер ордена Святого Георгия Великого, 3-го в ранге орденов Папы Римского, в 1837 году он вернулся в Петербург и сразу включился в работу. Прежде всего, восстановление Зимнего дворца после пожара. В нем удивительным образом сочеталось огромное желание работать, реализовывать себя, страстная любовь к своему делу и, конечно, безупречный профессионализм, основанный на европейском образовании. В описании одного из его проектов есть очень трогательные слова, которые ярко отражают отношение Вендрамини к своему делу. Примеры древних народов, особенно греков, у которых искусство достигало высочайшей степени изящества, служат и до ныне непреложными правилами в истории искусства. Поэтому, благоговея перед этими великими наставниками, я старался руководствоваться их древними правилами, принимая на кожу соображения и нынешние потребности. Я должен считать себя весьма счастливым, если, постигая творение избранных мною в примеры, я мог иногда достичь желанную цель. Он работал над проектами памятников, издавал книги об истории искусства, проектировал, строил, перестраивал общественные здания и церкви,
В его послужном списке должность штатного архитектора военного ведомства и департамента Министерства народного просвещения. Работал в Государственном заемном банке. В 1844 году его удостоили звания академика Императорской академии художеств. Стали поступать и частные заказы. Ну, например, строительство церкви в имении князя Дадиани Менгрельского, дом Лобанова-Ростовского, дом Карамзина, особняк Калагриева и многое другое. Или, например, дом Лазарева, ныне здание театра музыкальной комедии. Ведь он до сих пор хранит память о творчестве Вендрамини в совершенно роскошном оформлении вестибюля и парадной лестницы. Осуществленные проекты Вендрамини восхищали его современников. В дневнике слепого поэта Ивана Ивановича Козлова остались воспоминания об особняке графов Заводовских, который также проектировал Вендрамини. «Сын мой видел великолепный и изящный дом графини Заводовской, который осматривал также и Жуковский. Это перл художественного изящества и тонкого вкуса во всех мелочах, начиная с лестницы. Залы Людовика XIV и XV отличаются роскошью и законченностью. Кабинет ее восхитителен». Жуковский сказал: «Так хорошо и мило, и изящно, и красиво, что не знаешь, как и быть, разве взять ноги в руки?» Именно поэтому для перестройки скромного дома Труссона Урусов выбрал Вендрамини. Прежнее строение было расширено. Архитектор добавил левый, правый, поперечный флигели, и вместе с главным домом они охватили по периметру весь земельный участок, образовав на месте бывшего огорода прямоугольный внутренний двор. При оформлении необарочного парадного фасада архитектор действовал очень тактично и деликатно, как он говорил, оставляя наружную роскошь декора царским чертогам и храмам. Штукатурка рустом ныне утрачена, пилястры Карибского озера между окнами второго этажа. Угловая рустовка двух видов. Прямоугольная с набрызгом на первом этаже и квадратной формы бриллиантовой на втором. Этими акцентами Вендрамини выделил главенствующую декоративную роль выступающих ризалитов, и причем они получили особое нарядное убранство в виде скульптурной группы Пути, мифологических младенцев, которые держат в руках картуш. Ныне он не содержит каких-либо изображений, а ранее по традиции здесь располагался геральдический щит с гербом владельца. Над картушем – княжеская корона, заявляющая о его титуле. Нужно отметить, что если снаружи особняк имел достаточно скромный вид, то внутреннее убранство в полной мере транслировало статус князя Урусова и его положение в светском петербургском обществе. Нижние и верхние вестибюли, парадная лестница, гостиные, большая бальная зала, галерея, помпейская комната – здесь все дышало роскошью и подчинялось роскошному стилю Людовика XV. Вот, например, как описано, розовая гостиная. Два больших зеркала в стенах, в позолоченных рамах, из трех больших и 13 мелких стекол каждая. Обделка потолка лепными и позолоченными украшениями и живописью. Обделка стен розовой шелковой материи с лепными и позолоченными рамками и украшениями. Две масляных картины в стенах над дверьми в лепных позолоченных рамках. Интерьеры, выполненные в Вендрамини, бережно сохранялись и следующими владельцами, представителями старого дворянского рода Мусиных-Пушкиных, которые приобрели особняк Урусова 1 июня 1856 года. При новых владельцах главный дом практически остался без изменений, а вот флигели выросли на один этаж, который предназначался для жилых комнат прислуги. Важное изменение произошло с покупкой Мусиными-Пушкиными соседнего дома по Литейному проспекту 17 и партерного сада перед ним. Стараниями Любови Александровны сад отгородили от шумного Литейного проспекта каменным забором. В итоге получился приятный внутренний двор, благоустроенный сад, дорожки, беседка на польский манер и небольшой фонтан. Сейчас Старый Графский сад является южной частью сада Дружбы. В 60-х годах 20 века за ветхостью снесен особняк на Литейном 17, получивший ранение во время блокады. На послевоенных фотографиях мы не найдем каменного забора вдоль проспекта. Особняк на Литейном 19 пережил войну, но получил трещину. А вот возможность капитального ремонта с заменой перекрытий появилась лишь в 1978 году.
Его практически полностью разобрали, оставив лишь парадный фасад. Близнецы Путти отправились на реставрацию, и жители района очень переживали, вернутся ли младенцы на свое место, ведь они стали, по сути, визитной карточкой этого дома. 4 года специалисты Ленинграда трудились над его восстановлением. Комитет по охране памятников следил, чтобы в процессе возведения максимально возможно использовались оригинальные строительные материалы и детали декора, как внутреннего, так и внешнего. Конечно, не все помещения удалось восстановить в первозданном виде, но то, как выглядит сейчас Центральная библиотека имени Лермонтова, огромная заслуга ленинградских скульпторов, архитекторов и реставраторов. Они бережно, скрупулезно восстанавливали этот дом с большой ответственностью и с большим уважением к наследию прошлого, чтобы в центре Петербурга продолжал существовать объект культурного наследия регионального значения, памятник архитектуры и градостроительства Санкт-Петербурга, особняк князя Урусова, графов Мусиных, Пушкиных, Центральная библиотека имени Лермонтова. 3 названия, 3 эпохи, о которых нам предстоит поговорить в следующих выпусках цикла «Воспоминания старинного особняка».